Red Cup, Фок против БЛР. За БЛР посмотрим. Оп. На Red Cup. Шоком. Аккуратно, аккуратно. Так, ракетку взял. Блин, попал важный. Ничего страшного, он сюда бежит. Оп, так, скакапулька. Спасибо, Аск. Фу, блядь, он во всех валютах донатит нам. Ой, жестко сбрил. Да, я и зажался. И Фок такой не прощает. 1-0. Гамблки. Коля, ты лучший. 2 билета, пожалуйста. Спасибо большое. Без шансов. Бразильские. Бразильские, турецкие, блядь. Австрийские, откуда? Так, ладно, будем напрягаться игры. Тут Фок пока за минут 4 фрага набил без шансов. Смотри, какие движения, блядь. Жесткие. Очень опасен паренек. Ой! Хороший руган. Минусарики на воздушном шарике. Как играет красиво, а? Посмотрите на него, на этого парня. Ебет все, что движется, нахуй. Он уверен в себе. Хорош. Ой! Мимо. Так, тишина, покой. Шанс. Что-то жестко вообще Фок шпекает его. Знает все респауны. Тут респаун, очень расковать. На. Очень сильная игра от Фога. Сразу видно, парень натренился, готов забирать чемпионство на этом турнире дредовском. Вообще не прощает. А вы что скажете про форму Фога? На данный момент. 3 секунды, красная. Спасибо, Авск. Можно без дачи. Спасибо большое. Во всех валютах мне денег накидал. И в лирах, и в бразильских лирах, и в рублях. Спасибо большое. 7-0. Ой! Что-то жестко. Хоть в БЛР из минусов вышел. На, еще добивать. Шафтагарик надо было включить. Вообще пиши. Сейчас отдаст нормально. Ай! Фок, вообще задрот этой карты, я смотрю. Жестко ебошит. Сколько они играть матчи будут? АСПВК. Короче, они 2 матча играют, до 2 побед. Скорее всего, 2 карты. Пока Фок на первой вообще жестко без шансов разваливает. Сегодня еще вечером Данчес против Спарти будет играть. Я только стрим включил, я сейчас еще после их игр поиграю. Я зашел, смотрю, играю чемпионат. Сейчас они сыграют и, может, еще казачка погоняют. На. Привет, маги. Как дела?
9 было. Мотивирую стримить. Спасибо большое, Жерка. Это я понимаю, от пацанов мотивация. Труп подбивает быдло. Как здоровье? Нормально вообще, уже не кашлял раз в час, наверное. Надеюсь, что скоро выздоровею полностью. Тут пока 15-0, тут как бы мой Пентрахин делает фокус сопернику. Потому что он карту плохо играет. Посмотрим, что на следующий будет, но мне кажется, тут без шансов 2-0. Ой! 16-0. Жестко, жестко он утрепит за уши. Красиво, красиво, стрейфит фок. По идее уже сдаваться надо, соглашусь с тобой. Тут видишь, воины белорусские до конца играют. Ай, ручки затряслись, маленькие. Можно убить. Рэмпейдж. Нельзя. Сейчас полтинник появляется. На, под печенью. Ой, хорошо, вот это мамкин рейлер с одним хп справился. Прям видно то, что ручонки затряслись. Прицел там ппппп в разные стороны. Это я понимаю, у меня непонятно на большом сенсе, у них там маленькие сенсы, и прям видно то, что тык-тык прицел в разные стороны сразу. Видишь, все плавное движение, в определенный момент прям такие дерганные. На! Хорош! Ну, видишь, какие плавные движения. У него где-то 400 на 800 максимум, Дубай, но точно не больше. 19-1 счет. Вообще жесткий разъем. Это турик какой-то? Да, это турик. Турнир идет 2 недели. Финалы 7-8 числа. Это Dread Cup. Скинул в чат ссылку. Не знаю, просто привычка увидеть кровищу. На. Вообще не прощает. Жесткий фок. Ой, по моське. Красная. Как он плавно, да? Мышкой двигает, обжигает щеки. Шансов 26-1. 27.
27-1. Счет на первой карте. Своего соперника просто растрепал за уши. Посмотрим, что дальше будет. Тест 7, гоу. Беллер, бубли. Ой, не дали? Такие флики маркеры. Че, ваши ставки, господа, на Т7 получится у Беллера выиграть? Хотя бы карту или нет? Или вторая карта тоже без шансов сейчас будет? Будем делать, смотрим за фогом, посмотрим, что будет делать. Мне кажется, он будет делейть. Там он не забрал, красным забрал. Привет, Базранер. Здорово всем. Просто растрепал ракетами. Как играет красиво, а? Этот парень. 2-0. Ебать, ебать. Можно вот сейчас взять его, убить. Хорош. Очень легко раскрепощенно играет Фок. Сейчас надо руки джамп делать. Ой, все, пиздец. Как мансует, да? Очень сильно. 3-0. Сейчас подшафтит его, наверное. А, не, не пошел. Здесь хотя бы не разгром, как на первой карте. На! Хорош! Много дэмэджа дал, сейчас можно на красный убивать. Вообще его разваливает. Че, пойдет атаковать. Хорош. Нифига ты хотел попасть так. Четыреста шафт.
все. Ну, здесь, видите, Денчик вывезет с партии, как думаешь? Денчик? Почему Денчик? Он же Даня. Денчик, блин. Да, должен, по идее. Я надеюсь, они сегодня играют, все в силе у них. Дантеса, кстати, нет на стриме. О, не дрожит вообще рука, видите? Прям сбривает, нахуй впился и разъебал. Ах! Жестко, блядь, Мансур. Нужно только 5 минут. Хорошая рука. Рэмпейдж. На. Опачки, куда он там попал, охренеть. Жесткий фок. Пока без шансов. Офигеть, Ралган. Полетели. На, соли. Здесь армор должен появиться. О, куда ты попал? Куда? Ну, пока никакой вообще интриги на двух картах. В принципе, так и должно быть. Все, ура, красава! Просто ворвался, разъебал нахуй, труп еще добил. Ха-ха! Это вам не сяськи, а сяськи, ёпта, это БЛР, бля. Да. Султанул нахуй на всю ману, блядь. Ну здорово, спасибо. Так, задроченные пиксели, ёпты. Так что опасно из телепорта выходить. Ебать. Жестко хуярит. Прям очень жестко. Вычисление по IP. Пяточку видит. Привет.
Драка на шафтах, ну. Ебать. Что-то он нарейлил жестко. Но! Атака будет? Блядь. Пиздец, а не ворваться нахуй. Я считаю, это нормально. На двух картах по одному фрагу взял. Считай, не просто так играл. На. Ай! Поздравляем. Фога. Ёпты. Второй. Красава, БЛР. Поздравляем, Фога. С проходом дальше по сетке.